Что общего между волшебством и спортом или чемпионат по квиддичу в Оренбурге, соревнования в волшебном виде спорта и множество других не менее увлекательных мероприятий? Все это прошло в лагере Самородова, где в самом разгаре детская оздоровительная кампания. Организаторы спартакиады решили добавить в привычное мероприятие немного волшебства и придумали соревнования по квиддичу, игре волшебников по книге «Гарри Поттер». Правила старались не менять, поэтому игрокам пришлось летать на метлах и ловить золотой снитч. Спартакиада объединила ребят из основного и палаточного лагерей. На одной из социальных площадок общества «Газпромдобыча Оренбург» в здравнице Самородова детский отдых стараются сделать интересным и незабываемым. Если честно, основной лагерь, он у многих желающих идти сюда, потому что здесь у нас как-то не как у всех. У основного лагеря идет волейбол, баскетбол, а у нас здесь узлы, палатки. Во время смены жители городка учатся правильно завязывать узлы, лазать по канатам, ходят в настоящие походы на несколько дней, да и живут дети в палатках. Несмотря на спартанские условия, в лагере много девочек. Я в каком-то смысле пацанка, вот. И мне вот лично очень интересно вот это лазание там по канату, вот вязание узлов. То есть тут как бы спортивно-оздоровительный лагерь. То есть зарядка по утрам. Вот дома лично я бы никогда не встала и не побежала утром бегать. В палаточном лагере 65 человек. За смену, которая длится 2 недели, ребята становятся настоящими друзьями, которые помогают друг другу. Дэн, давай. Только не падай, как я. Если упадешь, то держись. Летняя оздоровительная кампания предприятия «Газпромдобыча Оренбург» продолжается. Помимо Самородова, у общества есть и другие здравницы. Лагеря дневного пребывания «Газовик», «Олимпиец», спортивный лагерь «Белые молнии» и палаточный лагерь «Прометей». В этом сезоне на наших здравницах оздоровятся более 8 тысяч детей. Только в оренбургских лагерях 4,5 тысячи детей, всего лишь 1/3, то есть 1500 детей, это дети наших работников. Остальные могут с любого предприятия, частные лица, приехать в наши лагеря, разноплановые лагеря, и получить заряд бодрости. Я полюбила это место с самого начала, и все, и так у меня сюда рвет, я не могу отсюда уехать. Как будет 18, я приеду сюда и вожатый.